Здесь можно встретить Алису из «Страны чудес», Мэри Поппинс и даже привидений. «Библионочь-2014» пройдет в Братске уже в эту пятницу, 25 апреля. С 8 вечера и до поздней ночи библиотеки города откроют свои двери в необычное время, чтобы брачане смогли посмотреть мультфильмы, парад шляпок, прочитать стихи и выпить традиционный, конечно же, английский чай. И все это в сопровождении живой музыки. Ночное культурное мероприятие пройдет сразу в двух местах. В Подуне в библиотеке имени Геннадия Михасенко и в Центральном округе в библиотеке Нарябикова 12. Так как этот год посвящен году российской культуры в Британии и британской культуры в России, мы решили немножечко увязать и связать нашу «Библионочь» с Англией, и называлась она у нас изначально «Англомания». Но так как нам предложили «Библионочь» связать с переводом времени, то девиз нашей «Библионочи» «Англомания», когда в Англии наступает «five o'clock», в Братске наступает «Библионочь». Посетить ночную библиотеку сможет любой брачанин. Двери в домах книги будут открыты до самого утра.